Друзья, всем привет. Вот. Прибыли мы на биатлон в памяти Булата Ахмадьянова. Все-таки мы его проведем. Чуть позже, но проведем. Вот. Участники потихоньку собираются. Время 9 утра. Заявлено более 100 человек. Вот. Посмотрим. Призов очень много. Спасибо спонсорам. Отдельное большое человеческое спасибо. Призы достойные, как и само мероприятие. Все, пойдем, поспрашиваем участников, как они себя чувствуют. Вчера было 23 февраля. Сегодня должен быть у всех боевой настрой. Так что в бой. Пойдем, получим номерок. Вы у нас кто? 87-й. 87! Опись протокол сдал, принял. 1 000 000 рублей, пожалуйста, быстро. Кому? Сюда. Сейчас я вам покажу количество машин на парковке. Так, пойдем в бой. Девчонки тоже есть. Папарацци снимают? Вот кто займет первое место. Кто? Нет. Те, кто готовит лыжи заранее. Здравствуйте. Чего заранее, если 10 часов старт, блин? Ну заранее же, уже 10 час. Че, не подъехали парни? Парни? Не знаю, не видел пока. О, салам от Орела. Че, пошли, мужик? Тулики. Ага. Каждый год с нами. Обязательно. Сегодня первое место берете? Ну, все зависит, как стрельнем. А стрельнуть надо хорошо. Надо, да. Бежать-то можно не быстро, а стрельнуть надо. Ну и бежать надо. Все-таки 5 получается до дробовых. Все решит стрельба сегодня. Кто попадет, тот выиграет. Народу нормально. Нормально, да. Хорошо, когда много народу. Ну, откуда? Спало. А откуда узнали про мероприятие? С интернета. С интернета? Сайт, да, Нижегородский есть. Так, главное, не выиграешь. Ни пуха, ни пера, да? 79-й, 53-й. О, я 87-й вообще. Никуда не едя? Не едя? Вообще не скользят. Вообще. Новая наносмазка. Вообще просто. Ну что, рад приветствовать вас на биатлоне 2024. В этом году так получается, что у нас получается совместный биатлон с ребятами Сергиева Посада. Вот. Орехово Зуево. Орехово Зуево. Простите, пожалуйста. Комсомольск на Амуре, понятно. Да. Орехово Зуево, да. У ребят, к сожалению, запретили биатлон. Они позвонили, попросили к нам, мы их с радостью приняли. Сегодня, я думаю, что начать нужно с того, что упомянуть всех наших павших воинов, всех наших друзей, в частности, Булата. Давайте минуту молчаем. Головы в горы снять. Олег, что начнем? Сейчас я скажу про ТЦ. Да. Я сейчас по технике безопасности и по трассе пробегусь. Я так как, ну, случайный грегер всегда мне попадает в начале первых номеров бежать. Вот, я побегу, я пойду готовиться к старту. А дальше Вячеслав Петрович и Олег все расскажут и покажут о спонсорах. Так, что у нас по трассе?
Трасса примерно 2,2 километра. Фактически не поменялась. На дробовом рубеже подбегаем, лыжи не снимаем, стреляем, по одному патрону заряжаемся, 5 угоночек, 5 выстрелов сделал, пошел дальше. Выбегаешь на пулевой рубеж, на пулевом рубеже стоит 5 гонгов, сзади каждого стрелка будет стоять человек для определения всех претензий, всего остального. Человек стреляет, попадает по гонгу, ему сзади судья говорит: попал. Протокол это заносится. Дальше бежим, финишируем. Заряжаемся тоже по одному патрону. Что у нас еще? На трассе давайте аккуратнее. Если чувствуете, что вы немножечко слабее того, кто вам на пятки наступает, либо пропустите, либо дайте человеку возможность обогнать. С оружием аккуратно. Смотрим за снегом. В стволах снег часто бывает. Тычете вниз, еще что-то, упали. Если упали, сразу на месте, прибежали, продули ствол. В обязательном порядке, после окончания стрельбы, показать пустой патронник судье. Продемонстрировал пустой патронник, сложил оружие за спиной, побежал дальше. Всем удачного выступления. Ура, товарищ! Ура, ура, ура! У нас тут целая машина призов. Очень много призов. Но это мы поможем. Мы про них расскажем чуть позже. Каждому из вас при регистрации дали фишечку. Вот такую. Вот. При наличии этой фишечки вы сможете сыграть в лотерею. Лотерей будет много, включая автомобиль, малокалиберную винтовку, включая прицел, пулемет. Я потерял твою фишечку. Лыжи, сумки, чехлы, то есть это вот. И при наличии человека, он лично положит, значит, баночку, при его личном присутствии будет, соответственно, тот участвует точно в лотерее. Кто не положит и свалит, тот не участвует в лотерее. Запомнили? А не расходитесь. Власть-то когда? После финиша. А класть, когда уже все финишируем, здесь соберемся. И мы это. Сори. У нас еще будет конкурс «Меткий стрелок». По окончании, после финиша последнего, через 15 минут, там, где мы стреляли гонги, пулевая стрельба, будет такое мероприятие по олимпийской системе. Каждый желающий, кто верит в свои силы, кто умеет метко стрелять, может принять в этом участие. Суть такая, что по списку, по протоколу будет вызываться, кто хочет, стреляет, мишень попадает, приходит в следующий тур, промахивается, сваливает, значит, и, соответственно, до победителя на вылет. И разыграем, значит, первое, второе, третье место. Призы очень хорошие, рекомендую. Свои, да. Да, свои патроны. Уложение не написано. Пулевая. Желающие, значит, это после финиша, последний участник. Все, всем первый удачи. Готовимся. Погнали, наши городские. Через 12 минут старт. Побольше народу, чтобы традиции. Готовность. Ты главное не косячь, да, да. Знаю, тебе Петрович сзади бежит. А тебе быстро навтыкает. Да. Следующий номер 4, Казарин Вячеслав Петрович. Готов. Я сделал вот здесь. Красив, подтянут, хорош с собой. Нет, это сзади, да. Это у нас так. Так, то следующий у нас. Бежит не промахивает. Работает? Да, как же. Горох поел? Не дали. Один. Хоп-хоп-хоп-хоп! Блядь, вот так вот затолкнулся! Так.
Давай, давай, иди. Рома. Чуть-чуть выше. Ты перекинул, да, под нее обе, чтобы она у тебя над мушкой была. Дай. О, четко. Рома. Чуть правее прошло. Не перекидывай, не перекидывай. Тихо, тихо. Вась, подержи ее сзади. Попал, не? Да, 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 надо стрелять. Еще один. Последний? Да. Давай. Давай, давай. Биатлон в полном разгаре. Вот. Идем сейчас на пулевую. Пулевой рубеж. Только что были на тарелочках. Сейчас на пулевой. А кто-то уже финишировал. Но всех участников не удается заснять. Поэтому будем. Кого захватим, того захватим. Номер 24. Да. Вот мы сказали. Передержал. Да. Долго не целься. Упал. Сбил. Беги. Теперь все, беги. Да. 27 ко мне поближе. И пошел на финиш. Любую. Давай. Стрелять можно в любую, которая понравится. Первое место берешь. Вейдерсы твои. Женские, хорошие. Если мужчина возьмет. А вы можете втроем в одну целиться. Давай, давай. Пошли. Матвей, включай турбофорсаж. Пошел, пошел, пошел. Давай. Не падай. Давай, 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 давай. Давай. Готово. Встречаю на финише. Давай, молодец. Молодцы. Как ваши ощущения? Спасибо. А? Отлично. Да. Давай, давай. Сейчас. Молодец. Внимание. Давай, Лёв, давай, давай, есть, давай, давай. Нормально, все, финиш. Блин. Обошел на финише, молодец. Ну что? Польский, да? Нормально? Супер. О,
Просто нет. Супер. Готовность. Один. Пошел. Валя, давай. За Булата. До последнего. Это часик, кажется, время моей. Удачи. Один патрон заряжает. Мишень 4, навал. Команда дает. Погнали дальше. Подписываемся на мой канал. Как там бубенчики, колокольчики. И все такое, да? Когда бубенчики нагреются. Сейчас, они нагрелись. В любую. 87. Какая мишень? Ближе, ближе, ближе. Сюда. Давай, 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 давай. Хорошо идешь. О, широкий, давай. Больше выпады, давай. Прокат. Давай, давай, мы с тобой. На пятки выступаем, Вань. Молодец. У тебя самый красивый сапоги. Нет, время лучше. Все. Давай. Молодец. О, молодец. 66, правильно? Да, 66. Вот это да. 96. Нет, у него там другое. Отходи. Быстро. Вот! Теперь другое дело, на третий круг пошел. Красавчик! Кашку вкусную гречневую поели. Сейчас пойдем с ним. Будет у нас меткий стрелок. Пойдем посмотрим, кто выиграет дальномер от компании Vector Optics. Разыгрываем второе, третье место. Вышли, ну, родственники. Перестрелка за второе, третье место.
Олег, либо суефа. Камень, ножницы, бумага. О! Все! Второе место. Иван, второе место. И третье. Третье отец. Владимир. А, ну семейный бюджет, да, уходит? Да. Призовой фонд пополнили. Все. Сейчас у нас будет результаты, итоги результатов, награждение. И будем заканчивать наше мероприятие. Так. Вот призы. А что сюда выставить? Ну сюда ремни сейчас надо разложить еще. Чехлы, сумки. Народ ждет награждения. Можешь сказать, получился? Она вообще уже, да? Специальный чемпионат России. Давай, давай. Там приехали с Рязани, приехали с Тулы, с Орехова Зуева, Сергею Посадов. С Мордовии приехали. Есть предложение. Марийцы приехали. Есть предложение на следующий год сделать официальный чемпионат России. Сделают трассу 3 километра и собрать всех-всех-всех с каждого региона по 5 команд. Нет. Сделаем нормально 3 километра, чуть поменьше. Потому что 2 и 2 то не все доходили. Городы готовы. По два круга? Я на следующий год еще старее стал. В общем, я понял. Значит, мы будем стараться. Так, раздал призы. Наша сегодня была довольно-таки много девочек, все чаще и чаще их начинает прибавляться. Третье место среди девочек. Здесь написали женщин, но я считаю, что это неправильно так говорить. Вот. Нависка Екатерина, город Нижний Новгород. Так, мальчики, медали где наши? Да, даем. Третье, да? Да. Третье место. Медаль, можно второе, конечно. А, я с тебя номер снимал, сейчас медаль забираю. Уже что? Слушай, не успел встретить девчонку, успел все снять и одеть. Да дает, а жуть какой. Второе место среди девочек. Антонова Надежда! Надежда начинает стрелять с левого плеча. Слушаюсь! Откуда? Правого плеча у вас не получается. Она промахивалась, я ей переложил ружье, она попала сразу. Я говорю, ну ты что? Красота! Наша руля! Так, первое место среди девочек. Наши гости из Кирова. Рзаева Майя! Выберсы, да? Да. Выберсы, да. Я же сказал! Можно баллы класть, канализацию чинить. Поздравляю! Спасибо. Давайте все вместе на первое место. На первый, конечно, кто бы не хотел, да? Спасибо. Третий среди ветеранов. Город Тула. Месилов Александр Иванович. Ура! Третий, пожалуйста, встаем. Нет, ну не третье место, просто надо это.
Есть ветераны по возрасту. Давай не всех вызовем. Давайте на первое место. На первое. Все на первое место ветераны. А кто ветераны? Назовите все их сразу, всех назовите. Монахов Владимир, город Княгинино. Председатель Владимир. Давай. Это все самые опытные наши. Самые, да, опытные. Или можно вот так, значит, ничего? Это короче, ура! Турнир в этот раз. Меткий стрелок. Третье место в турнире «Меткий стрелок». Монахов Владимир, город Княгинино. Ура! Сделал меня. Сделал. Ты далеко не уходи. Ты далеко от не уходи, еще раз придется идти. Покажи, какой у него. Точно не ошибся никак, да? В турнире «Меткий стрелок». Монахов Иван теперь, город Княгинино. Гимнастия. Вот они, княгининские-то. Два брата акробаты. Проходите. Запрыгивай, ты что на тебе? Коллиматорный прицел. Куда пошел? От компании Vector Optics. Первое место в турнире. Горылев Дмитрий, Нижний Новгород. Сейчас а вы чего с медальками там потеряли? Да, я... да, сейчас всем медальки вручим. Давай. Я ждал свой выход, подождите. Медаль! Ребят, давайте подпишем. Да. Поздравляю вас. Подожди вот так. Ну-ка. Семейный у них какой, а? Да. Подряд. Да. Мафия. Молодец. Сюда посмотрите, пожалуйста. Молодцы! Командами у нас в этот год. Так, вот так, это. Подвинули мы московских гостей. Но подвинули не мы, а марийские гости. Так. Третье место. Республика Мариэл! Акпарс, да? Акпарс, команда! Третье место! Давайте, ребят, на третье место! Потом видео надо взять! Поздравляю! Для награждения второго места! Братья, второе не наше! Сейчас он добавит. Ну смотрите, да. Второе место. Команда. Дзержинская 1. Нижегород Клоун. Где вы? Второе место. Ну так вот как успели. Серег, потом общий. Так получилось. Всех. Отдельный приз от Нижегородского областного общества охотников и рыболовов. Уважаемые товарищи, команде Нижегородского областного общества, занявшее выше этот почетное второе место от имени Нижегородского областного общества охотников и рыболовов в 24-м году в сезоне летне-осенней охоты выделяется разрешение на добычу кабана в охотничье хозяйство Нижегородского общества охотников.
что втроем будете за кабаном бегать. Да ну его нету. В Нижегородском любом обществе, по области, пожалуйста. Так, ну и первое место среди команд. Старые наши друзья из Республики Мариэл, я когда-то учился в Вишкарале. Команда Габи! Не поэтому они сорвали первое место! Давайте, не надо мне опять они. Надоели! Надоели, а спасу нет! Пацаны, что пьете? Не пьют как раз. Сила Мари. Давайте все вместе. Вместе встаньте. По положению у нас мы награждаем всех включительно по 10 место личников. Начнем с 10 места. Самый почетный. Республика Мариэл, команда Габит, Виноградов Степан. Степан, давай иди. Я подправлю Виногоров. Виногоров, прости. Вот здесь вставайте. Вот здесь вставайте рядом. Да. Мы вас отметим. Ремнем. Поздравляю еще. Я взял. Олег, не надо ему 2. Девятое место, ты не уходи. Стой. Ты уже взял. Ты уже взял, приз, иди сюда. Сухарев Олег. Это я. Девятое место, Олег Узуева. Молодцы. Поздравляю. Зацепился чудом. Восьмое место, Сорокин Алексей. Республика Мариэл. Где ты у меня? Улёшка! Улёшка! Беги скорей! Ну, приз не надо, он же с призом будет. Седьмое место, город Тула. Месилов Александр Иванович. Вот это да, седьмое место дает. Ветеран наш, а? 70 плюс. Красавец. Тренируйтесь. Шестое место. Колумбаев Эдуард, Мариэл. Опять он. Молодец. Тут их много. Надоели. Да приехали. Куда-нибудь. Пятое место. Город Дзержинск. Клюхин Максим. Давай, Максимка. Ой, я чемодан. Четвертое место. Надо не чемодан оставить для лотереи. Тоже город Дзержинск. Райзнов Евгений. Так, ну тогда с третьего места мы уже будем на пути. Давайте, сфотографируйтесь все вместе. Сфотографируйтесь. Давайте сфотографируем. Победили сюда. Личная пелен в личном зачете. Третье место. Город Тула. Месилов Александр. Третье место, пожалуйста. Опять он, а? Солнышко, ты куда спрятала? А ну давай! Молодец! Дуб отдал! Дуб отдал! Все видели? Второе место! Второе место! Город Орехово-Зуево! Прощупкин Сергей! Победы! А я, да, он четвертым забежал. Я пятый.
Пятым. Пятым. Он меня сделал, я вторым побежал. Я еще говорю, беги, беги, друг. Приехали кони, бляха-муха, обогнали всех старых больных. Так, первое место в личном зачете. Веселой Владислав. Команда «Стрела». Откуда отца? Республика Мариэл. На нас вопросов не возникло. Они просто не могут подвести Булата. А что у тебя? Я у тебя диплом зашел. Давайте вместе вставляем. Вставайте, ребят. Подразделение специальных операций «Смерч». Вот. И за подготовку к этим соревнованиям, во-первых, ну, ребята просто не смогли приехать там по другой регион, сейчас усиление и находится в зоне СВО. Но всем передают привет, всем благодарны за то, что приехали, вы приехали и посетили это мероприятие. Вот. И у нас есть, просили передать благодарность. Ну, первая благодарность у нас — это Казарину Вячеславу Петровичу. Да, за помощь в организации. Большое спасибо. Мы вам сделаем, потом еще вам пришлем обязательно такую благодарность. Просто не успели сделать, потому что... Так, еще у нас организатор — это стрелковый клуб «Антей» в лице Смородина Александра Михайловича. Спасибо большое. Нас Нижний Новгород приютил, так получилось, что в этом году, поэтому огромная благодарность. Так, дальше. У нас за оказание помощи в организации проведения охотничьего биатлона Татаринов Иван Петрович. Хрев Олег Васильевич. Спасибо. Спасибо. Ну и предыдущему оратору Матвею Александровичу Пронину тоже благодарность за участие. Спасибо большое. Спасибо. Друг другу диплом передали. Поработаешь с нас, что тоже начнешь друг другу дарить. Да, сейчас, подождите. А еще раз. А компания «Азот» организаторам сертификаты на 5000 рублей. Ого. Раз. Спасибо. Спасибо. Три. О, не ждать. Спасибо большое. Ничего себе! Потягин Юрий, есть такой? Выходи сюда. Традиционный приз за бережное отношение к мишеней. Никто не пострадал. Ничто не спасает дичь, как такие стрелки. Там, ну вдруг где-нибудь вам попадется в магазинах или в интернете, вот вы узнаете, что это вот компания. У нас первое — это салон «Артемида», компания «Азот», естественно, «Вектор Оптикс», лыжная фабрика «Маяк», замечательная. Наверное, 90% сегодня бежало на их лыжах. «Стикхант», интернет-магазин охотничьих товаров. «Лангот» — это оптика, которую предоставили, один из главных призов — оптический прицел. Значит, компания «Shot Duck Gear», да, компания «Fans» и «HSN», компания всем известная, которая предоставила чехлы для оружия. И ремни погонные, которые сейчас будут, и патронташи. Так, и еще у нас, значит, соответственно, в лотерее будет два главных приза разыграны. Это... Три. Первое. Сертификат на самозарядный охотничий карабин Ваера Кюфстен калибра 22 ЛР. Мелкашка. И как раз от компании «Лангот» оптический прицел. Это надо забрать. Да. Вот такой. Ну, перед началом лотереи у каждого должны быть такие фишечки. Фишечки? Вот кто потерял, значит, уже ему не повезло, тут романтик. Ну,
Тяни, один. Не смотри. Он и так не знает. Номер 73. Помешай. 73. Давай. Помешай. Молодец. Молодец! А вы участие! Ему пожми руку, то он вытянул. Нам не обязательно. Могу поделиться. Еще одна пачка патронов от компании «Азот». Сертификат от компании «Азот» на 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей. Фига себе. А это не мой случайно? Тяни, Глеб. Ой, нет. Нет. Номер 66. Вот это мешай, перемешай. Подожди. Лыжи от компании «Маяк». Хорошие лыжи у меня такие. О, с камусом, смотрите, как это новинка. Подожди, подожди, подожди. Бомбические лыжи вообще. Стоит как секунду. 30! Теперь ты. Номер 30! Номер 30! 30 номер! Подожди, красный подожди. Баки. Он специально с широкими приятными попутки выйдет. Еще лыжи! Давай. Тяни, Глеб, ты теперь. Не смотри, не смотри. Номер 14! 14, молодец! 14! Поздравляю вас! Без проблем! У нас компания «Вектор Плюс». «Вектор Оптикс». «Вектор Оптикс». «Вектор Оптикс». Я слепой, извините. «Оптикс». Вот такой пристрелочный. Прицел патрон. Калибр 30.06. Давай. Как раз у меня так. Каждый? Да. Номер 5. Пятый. Номер 5. Ты меня обгонял. Ты где? Ой, блин! Слушайте, тебе в казино надо сегодня! Летим в лицу! Да! Давайте не второй! От компании ХСН! Ну? 71! Номер 71! Олежка нас! Машина сидит. Ура! Сумки, они не промокают. Компания Shot Duck Gear. Да. Давай. Прям на утку стоишь в воде, они плавают с патроном. 26! 26! Точно, не 26. Поздравляю, вон это, ребята. Глеб, я поздравляю. Держи. Костюм для рыболова. Это для охотников вейдерсы. Для охотников вейдерсы. Для охотников вейдерсы. Можно плавать, и не, это, не, не промокнешь. Неопреновые, теплые. Ищи 20. Ну давай. Номер 100. Соточка! Соточка дедушки! Поздравляю! О, да. Мне кажется, размер как раз будет, да? Да, как раз, 44, под 44-ю ногу. Пойди отдал, ну молодец. Ну. Сумка от компании Shot Duck Gear. Ну давай ты, Shot Duck Gear. Давай тяни, что-то расставили. Номер 9! Точка внизу! Ну точка внизу, ребенок! Вот кому-то ты обломал! Номер 9! Молодец! Мариэл! Мариэл! Мало подарков! Спасибо! Дальнометр! Дальнометр от компании «Вектор Оптикс». Ну давайте! Мы на вас смотрим! Да, дальномер! Ну что там осталось? Три бочонка, ну... Очень нужная на охоте вещь. Да не говори. 42! 42 номер! Номер 42! Поздравляем! Поздравляем, проблема! Ей очень нужно! Это да! Ребенок, давайте! Так, у нас, значит, компания, этот, прицел. Тихо, тихо! Оптический прицел от компании «Лангот». Его характеристики 5.30.
на 50. 50-й объектив с инфракрасной подсветкой, сеткой баллистической. Стоит как секунду мужа. Внимание, барабанная дробь! Ура! Давай, давай, давай! Один. Шесть! Номер шесть! Это ты? Фамилия? Белотелов. Отлично. Справка дадите есть? Конечно. На конкурсе. Ну, поздравляю, да. И это был призовой сертификат. Значит, на самозарядный охотничий карабин Варея Кюфштайн 21-15, калибр 22 ЛР. Мелкашка. Держи, Алекс. Артемиды, это надо будет... Да, включать. Компания Артемида. Давайте девочки вернусь к ней. Зачем? Ну, давай. Надо первый номер вынимать. Давай. Номер 19! Победитель! Так, биатлон у нас закончился. Участники все довольны. Все по домам уезжают до следующего года. Победители ждут фотографий. Все, не забываем подписаться. Увидимся в угоде.